Dai coro di voli, dai coro di voli. 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 Речь идет об Анукульяне, Кришна Анушила нам, о культивировании сознания Кришны в положительном духе, служении Кришне, о наших нормальных взаимоотношениях с Высшим Существованием. Эти отношения могут носить характер только лишь служения, никак не иначе. Поэтому необходимо принять этот путь и так или иначе идти вперед. Вначале присутствует измерение, где есть правила и предписания, а затем мы достигаем той стадии, где это явление в нас становится автоматическим, спонтанным. Это любовь, труд любви, любовное служение. Служение, которое является пищей, пищей, одеждой, прибежищем, кровом. Все это и есть труд любви. Нет никаких иных потребностей. Речь идет о вовлеченности в это служение 24 часа в сутки, тотально. Все присутствует там, и каждый аспект нашей жизни вовлечен. Речь идет о том положении вещей, когда служению отдается время, все время и все пространство, и вся личность отдается служению. Три этих начала в полной мере поглощены служением. Время, пространство, тело. Тело представляет пространство. Время и владелец их, этих начал, все они поглощены расой, олицетворенной расой. И у этой олицетворенной расы есть группа, его окружение. Гуль-хари-вол, 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 гуль-хари-вол.